Здравствуйте. 6.11.2016 года я давала предсказание возникновения новой коалиции некоторых стран, включая Россию. А теперь мы уже знаем, что 22.11.2017 года было рождение Большой Тройки. Так, рождение Большой Тройки станет историческим событием. В среду в Сочи соберутся президенты России, Турции и Ирана. Владимир Путин, Реджеп Тайп Эрдоган и Хасан Раухани. Как заявили в Кремле, речь идет о странах гарантиях сирийского урегулирования. Повестка Сирия. Ну вот, в общем-то, возникновение новых коалиций, и эти коалиции будут продолжать еще, в общем-то, и следующие годы, и этот 2018 год. То есть у нас еще будут коалиции новые, и также на Ближнем Востоке, и также в Азии, где, в общем-то, главенствовать будет Россия. Спасибо за внимание.